И дан старт. Бурж-Нахар. Ну что же, Hypothetical принимает здорово, Royal Muse принимает здорово, и Everfast принимает здорово, и дальним полем Лора Ривер тоже принимает здорово. Пытается гнаться King Ottoman, остальные кучно, Western Writer замыкает. Royal Muse возглавил скачку, тут же рядом с ним Hypothetical, Southern Artist, Лора Ривер. Все лошади из конюшни Бупата Симара. Вот сейчас три лошади Бупата Симара скачку возглавляют, ну а вперед вырывается в цветах Шедвелла. Тегуши на Лора Ривер. Royal Muse вторым, Southern Artist третьим, Hypothetical тут же четвертым. За ними пытается гнаться серый King Ottoman. Там же полевой стороной Justice Protocol подъезжает. Ну а перед ним Кариб, железный Кариб, который идет сейчас на шестом месте. Лошади входят в поворот, и скачку ведет Laurel River, сын Into Mischief, под седлом Тега Уши. Hypothetical выходит на второе место, Southern Artist выходит на третье место, Кариб там же и по бровке Аль-Джадав. Но смотрите, как далеко отрывается от соперников Laurel River. Его преимущество составляет корпусов эдак 7. И выход на финишную прямую, и в руках едет Тега Уши. И вот это начинает его посылать, и преимущество еще больше становится. 300 метров до финиша. Laurel River впереди. Кариб выходит на второе место. Everfast на третье. Но лидер очень-очень далеко. И лидирует по финишной прямой с большим отрывом. Laurel River приближается к финишу. Бурж-Нахар выигрывает. Laurel River. Кариб вторым. Everfast третьим. Аль-Джадав четвертым.